Здравствуйте, друзья! Всем-всем-всем привет! А у нас сегодня гости. Знаете кто? Фиксики! Ура! Не ура! А трысь! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Всем привет! Приятно познакомиться! Фиксики! Вас обычно никто не видит! Мы прячемся от людей, а от вас нет! Вот тут нам повезло! Ага! Дорогие фиксики, это настоящий праздник, что вы сегодня рядом. Ой, люблю праздники, шарики, газировка. Мы вам тут даже торт приготовили. Да? Хрюша, ты что? Ну да, ну... Хрюша? Ну нет, его тортика. Как? Ты его съел? Да что тортик? Вот шарики, газировка. Ой, съел, да. Да ладно, фиксики не едят обычную еду и на торт могут только любоваться. Эх, а мы хотели отметить. Сегодня ровно 10 лет, как сериал «Фиксики» появился в эфире. И впервые его показали именно в передаче «Спокойной ночи, малыши». Так это можно и без торта сделать. Давайте вместе посмотрим наш новый мультфильм. Да, давайте смотреть. Давайте. Ну что ж ты не включаешься-то, а? Ну давай же, давай же. Эх, как обидно. Ничего, Фельдшка, сейчас починим. Так. Ой. Хрюша, ты что? Ты знаешь, как это делается? Точно. Сюда, что ли, или сюда? Тихо! Нет! Ничего не получается. Так, надо другой инструмент. Ой, то, что надо. Хрюша, остановись! Положи молоток на место. Почему? Я такое в кино видела, когда что-то не работает, по нему можно как стукнуть! Ни в коем случае! Нолик, за мной! Клавиша компьютерной клавиатуры работает так же, как кнопка дверного звонка. Когда мы нажимаем у двери кнопку, контакты замыкаются, электрический сигнал бежит по проводам и звонок звенит. А когда мы нажимаем клавишу с какой-нибудь буквой, электрический сигнал бежит из клавиатуры в компьютер, и он показывает эту букву на экране. Вот только если грязь мешает сомкнуть контакты, сигнал не побежит. О, видишь? Я же говорил. Да ладно, ладно, понял. Так в чем же дело, Симка? Ну, Алик, почему мультик-то не включился? Это все потому, что кто-то очень много ест. Крошка от торта попала под кнопку. Но мы там все пропылесосили. Эх, Хрюша. Зато теперь мы все увидели, как без фиксиков было бы трудно на свете. Теперь все должно работать. Можно включать. Спасибо вам большое. Поздравляем еще раз. 10 лет в эфире, вот это да. Ура! Спасибо! Спасибо, нам очень приятно. А теперь точно можно мультфильм смотреть. Смотрим! Дочевел же фиксики маленького роста. Нам их и через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Мультик. Дим Димыч, ты скоро? Да, обещал сюрприз, а сам рисуешь. А это и есть сюрприз. Садитесь поудобнее. Внимание! Мотор! У нас
делают их именно так. Мультфильм состоит из отдельных картинок, кадров. На каждом кадре изображение чуть-чуть отличается от другого. Например, у человека немного поднимается рука. Если кадры один за другим быстро менять перед зрителем, ему покажется, что человечек по-настоящему движется. Это и есть мультфильм. Между прочим, для мультика длиной в одну минуту нужно нарисовать больше 1000 кадров. Ого! У меня бы терпения не хватило. Это ничего, что твой мультик короткий. Зато он смешной. Да, очень смешной. Тим Димыч, а что это за чудик у тебя в мультике? Ну ты даешь, Нолик. Самого себя не узнал. Так это ты меня нарисовал? А ты уже не помнишь, что было сегодня утром? Симка, ты вода! Догоняй! Не догонишь, не догонишь! Ай-яй-яй-яй! Ну вот, добегался. Ах ты, Симка! Взяла и все разболтала! Настоящие сестры так не поступают! И мультик твой не смешной! Нолик, ты куда? Да ладно, пообижается и вернется. Давай лучше я тебе что-то покажу. Можешь какой-нибудь мультик поставить? Запросто. Худею! Я тебе сейчас этот мультик покажу по кадрам. Вот, смотри, это кадр. Вот, еще, и еще. Здорово? Ага, здорово. Сейчас ты видишь целых 25 кадров за одну секунду. Худею. Фантастика. Симка, слушай. Мне Нолика жалко. Да, нехорошо получилось. Мультфильмы бывают разные. Ну, рисованные мультфильмы, понятно, их рисуют. А вот кукольные делают так. Берут куклу и фотографируют. Потом немножко двигают и снова фотографируют. И так снова и снова, пока не получится много кадров. Из них и собирают кукольный мультфильм. А еще бывают пластилиновые мультики. В них все герои из пластилина. И все остальное тоже из пластилина лепится и перелепливается. Но самые современные мультфильмы делают на компьютере. Сначала создают компьютерную модель героя, потом ее раскрашивают и заставляют двигаться. Мультики про фиксиков тоже так снимают. Тим Димыч, что делаешь? Новый мультик рисуешь? Нет, старый исправляю, чтобы с Ноликом помириться. Ладно, рисуй, а я пока его позову. Нолик! Нолик, ну извини, перестань дуться. Давай мультик смотреть. Я эти ваши глупости уже видел. Вы мне там, наверное, еще и шишку перерисовали. Да нет же, я все по-другому сделал. Тебе понравится. Ты точно? Ладно, давай, показывай свой мультик. Внимание, мотор. Это уже другое дело. Фух, еле блокнота хватило. А мне кажется, первый мультик был смешнее. Но этот, конечно, лучше. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Ну вот, на сегодня все, пора готовиться ко сну. И не забудьте хорошенько почистить зубки. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Тыдысь! Всем пока!